Мошенники наживаются на сахарном ажиотаже. Одного из них разоблачили полицейские. 29-летний мужчина проворачивал аферы и обманывал доверчивых граждан. Следствие выясняет его причастность к другим аналогичным случаям. Свою преступную деятельность серийный мошенник начал в мае. Тогда, войдя в доверие к мужчине 1985 года рождения, пообещал ему приобрести по сниженной цене 10 коробок офисной бумаги. Получив 75 тысяч тенге, мошенник перестал выходить на связь. Затем он под предлогом продажи зерна завладел почти 4,5 миллионами тенге, обманув уже другого жителя области. А 10 июня, пообещав закупить несколько баранов по сходной цене, взял с женщины 1977 года рождения 1 миллион 140 тысяч тенге. В тот же день злоумышленник предложил свою помощь в получении водительского удостоверения другому жителю области. За свои посреднические услуги получил 150 тысяч тенге. Затем, воспользовавшись подорожанием сахара, мошенник пообещал двум приуральцам достать его подешевле. В итоге один заказал ему 20 мешков сахара, заплатив 320 тысяч тенге. Другая же за 60 мешков отдала больше миллиона. Потерпевшие обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что ранее под предлогом продажи земельного участка и покупки российской автомашины серийный мошенник обманул еще одного мужчину и завладел 8 миллионами тенге. По всем фактам начато досудебное расследование.